Всем привет, дорогие друзья, с вами Димка, и мы начинаем прохождение игры, замечательной игры, это симулятор козла. И давайте же, друзья, посмотрим, что это за игра. Эта игра, кстати, вышла 1 апреля, разработчики ее сделали, ну как бы выложили ее 1 апреля. Давайте посмотрим на эту злую шутку. Так, козлик, что ты у нас можешь? А ну, продемонстрируй нам это. Вот он может лизать арбуз. Может спать. Спящий козел. А ну, вставай. Вставай, я говорю. Смотрите, он вытворяет что. Забодай арбуз. Ну и то есть для него здесь преград вообще абсолютно никаких нету. Вы сами можете видеть, какой он злой, этот козел. Заборы нипочем ему. Прыгает замечательно. О, сородичи! Привет! Ребята, у нас здесь любовь. Он ее поцеловал, и она умерла от счастья. Вот еще один сородич. О, а там золотая статуэточка у нас, которую надо, видимо, собирать. Ой-ой-ой, ребята, у нас козел ядовитый, он только лизнул, и этот тоже сдох. Я спасу тебя, ну вылазь, я спасу тебя. Ой-ой-ой-ой, какой ядовитый. Ну я так не играю, давай вылазь, ты застрял. А ну вылазь. Ладно, не спасу я его, видать, он там конкретно влип. Ого-го-го, вы это видели, как нашего козлика кидануло? Оставай, козел, не притворяйся. О, батут! Да, вот это праздник. А ну, козлик, ой-ой-ой, вы видели это, как он у нас поднимается по лестнице? Ты чё тут встал? А ну, вали отсюда, на батут все идут. Вот это козлище, это вообще, это просто яд. Ребята, я действительно рекомендую всем, это просто вот так вот, чтобы посидеть, полахать, это незаменимая вещь. Игра просто супер. Просто буцайте и набирайте очки. Вот у нас уже... Ну... 5364, и вот еще добавили нам, да, ну короче, тут куча очей. Похавай, похавай, похавай травички. Страшный черный туннель.
еще зажал статуэточку мою. Отдай статуэтку. О, так бы и сразу. Ого, мы его подпалили еще. Это вообще-то лютый козел. Очень злой, непредсказуем. Ребята, поиграйте, и вы поймете сами. Смотрите на эту морду, замечтавшуюся. Вот это вот да, вот это... Это яд. Козлик, ты просто чума. Гляньте, язык выстрел, там ну это ураган. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А есть преграды все-таки. Заборчик-то козлик наш не осилил. Ой-ой-ой-ой-ой, козлик, вставай. Не притворяйся. Вот плантация конопли. Кто в домике живет? Козел, не запачкайся. О, дискотека. Что это за фитнес? А ну, блин, ускорение придай. Ой-ой-ой, вы видели? Это, блин, вообще, этот лютый сородич на меня кидается. Ого. Ты ж, ой-ой-ой. Нифига себе, бля, ты будешь бодаться? Ого, так он вообще лютый. Ай-яй-яй, там какие-то он бои, там уже жертвы, ничего себе. Блин, а вот это я его богну. Чего он меня богнул? Нифига себе, бля, как меня завалить, его? Так вы заманили меня в ловушку, получайте, уроды. Супер своего гостиного козла на меня натравили. Блин, он в натуре лютый. Ого. О, наконец-то я его нокаутировал, этого засранца. О, блядь, второй взялся, где ты взялся? Уроды, блядь. Двое против одного, нечестно. А я, бля, бежал, бежал и сдох. Ой-ой-ой, что это было, блядь. Ой, да. Разработчики удивили, блин, вообще. Чувак, ты хоть живой там? Отрави его своей слюной ядовитой. Эл, ужасные. Насмотрелись. Ой, мой мама говорит. Ой, вот это я. О, вот это скрутило. Посмотрите, бедная жертва, как она мучается. Но его камень даже вырыгал. Он не смог на это смотреть, беспредельное зрелище.
шо ты вылупился, козлик? А вы видите, друзья, публики нету, и козлы перестали кидаться сами. Их можно спокойно подать. Да. Хорошо, дорогие друзья, продолжение следует. Пишите в комментариях, оставляйте свои отзывы, там, если вам понравилось, ставьте лайки. Ну и я, конечно, всем рекомендую эту игру, если хотите просто как бы так убить время, поиграть, там, посмеяться. Но эта игра именно для вас. Ребята, посмотрите еще на одну такую вещь. Наш козлик, если его можно так назвать, он дышит ртом и жопой. Видите его? Это лютый козел на туре. Или он только жопой дышит, посмотри. Это, блядь, терпливый козел. Хорошо, дорогие друзья, с вами был Димка. Всем пока.